Приветствую вас. Я думаю, что, в принципе, все взрослые люди, если вы скажете ей, этой девушке о том, что, в общем-то, как обстоят дела, да, что вы хотите, вот, если вы честно скажете ей о том, как бы, на что она может с вами рассчитывать, если вы честно как бы объясните ей расклад, вот, то сможете об этом спокойно поговорить. То есть, мне кажется, что здесь вот главное не подменять понятия, да, чтобы не было такого, что она думает, что у вас там к ней любовь, да, на самом деле. На самом деле нет. Вот. То есть, ну, как бы эта позиция, она ведь, понимаете, не так ведь страшно, не так страшно то, что вы там хотите с ней переспать, это нормально. Физическое влечение, да, у молодых людей это абсолютно естественно, абсолютно нормально, мне кажется. Другой вопрос, как бы, что, ну, не будет ли это обманом, понимаете? Вот, и вот обман тоже не круто. Поэтому, мне кажется, если вы искренне скажете ей, что вот так-так, хочу там того-то, ну, что ж, ну, сможете получить ответ и сможете как раз-таки понять, можно ли вам рассчитывать на то, чего вы хотите или нет. Вот, потому что, ну, вполне может быть, что нет. Да, то есть, как бы, ну, вполне может быть, что вы не можете рассчитывать на то, что вам хочется. Вполне может быть, что она не готова дать вам то, что вам хочется. Вот. То есть, как бы это, ну, это нормально. Понимаете, это нормальная история. Вот. Вопрос в том, как вы к всему этому относитесь. Вот. Вы молодец, что не хотите разбивать сердце, вот, вы молодец в этом смысле, в этом плане, вот, мне кажется, что вам просто немножко дальше в этом смысле надо бы пойти, вот, мне кажется, что вам в этом смысле немножко дальше нужно двинуться. То есть, мне кажется, что вам в этом смысле нужно, ну, грубо говоря, быть честнее быть с собой, вот, самим в первую очередь, и с ней уже во вторую очередь. Вот, и нести ответственность за там свои желания, за то, что вы хотите. Вот, и да, с этого она может, конечно, от вас уйти, вот, она может там отстраниться от вас и прочее, это правда. Вот. Но, как бы, так, по крайней мере, вы не будете находиться в обмане, да, не будете обманывать ее, не будете обманывать, в общем, целом себя. Вот. Мне кажется, это вполне справедливая история. Ну, это по моему мнению, конечно. Вот. То, что я могу вам сказать. Вот, а в целом ситуация жизненная, я бы, наверное, только
Выделил бы здесь такой аспект, что вы не всегда понимаете, вероятно, чего хотите. Вот. То есть я бы выразил вот такой аспект, что, ну, что представляют из себя основания, на которых вы выстраиваете отношения ну вот, с, например, теми же девушками, да, вот, насколько эти основания соответствуют вашим, ну, собственным предпочтениям, скажем, ну, скажем так, да. Вот. И насколько вы позволяете этому как бы определять вектор развития ваших отношений. Вот. Мне кажется, это довольно важный момент, вот, потому что он напрямую влияет на то, как выстраиваются ваши отношения с девушкой. Вот. Я бы здесь профилактики ради рекомендовал бы изучить треугольник Карпмана вам, вот, чтобы исключить какую-то вот вероятность того, что вы попали в эту зависимость, да, что вам вот захотелось спасать, вот, ну, захотелось быть спасителем, вот, это очень такая скользкая дорожка, кроме того, что вы пишете, что вас, ну, вас как бы к ней тянут, вот. Опять же, ну, было бы неплохо там посмотреть, да, в каком именно контексте вас к ней тянут, вот, ну, то есть, именно, вот именно контекст какой того, что вас не тянет. Ведь тянуть-то может по-разному. Вот. Пока вы говорите о том, что хотите с ней переспать. Ну хорошо, это все или есть еще что-то, что вас, ну, может тянуть к ней и так далее, да? Как бы. То есть, вот, постарайтесь на эти моменты обратить свое внимание. Вот, это важно. Важно, потому что чем лучше вы будете в этом ориентироваться, вот, тем лучше будет вам, вот, тем, соответственно, более открытыми, честными, гармоничными, легкими будут ваши отношения. И менее негативно. То есть, них будет, ну, по минимуму, какого-то негатива. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь на то, что вы дадите отклик по моему ответу. Это могло бы послужить началом вашей работы над собой. Всего самого доброго.